День Республики Татарстан празднуют и в Ивановской области. Национально-культурная автономия татар организовала торжественный вечер в научной библиотеке. Собираться в этот праздник для татар означает сохранять вековые традиции своего народа. Будем чествовать своих татар, известных в этой Ивановской области. Потому что не столько о Татарстане будет, а сколько именно чествование, рассказ о людях, которые большой вклад внесли в развитие культуры, образования, религии, спорта в Ивановской области. Праздник проходил тихо, по-семейному, но, как и на любом торжестве, не обошлось без национальных танцев и песен. Как говорят представители автономии, такие праздники не только дают возможность общения, но и знакомят жителей города с татарской культурой и обычаями, тем самым поддерживая и развивая дружбу между представителями разных народов и национальностей. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.